ненавижу цен. Челюсть вставлена. Трудно дышится. Гляну в зеркало. Одна крутина. Шея в складках, лицо в морщинах. Туфли куплю. В журнале копий. Носить не могу плоскостопия. Вдаль не вижу, вблизи как безрукая. Дальнозоркая, не то безрукая. Слух мой стал намного ниже. Пошлют подальше. Иду поближе. Это Пушкин нам пел очень упорно. Любви все возрасты покорны. И в старости, мол, на любовь есть сила. А я вам скажу, не тут-то было. Хочу кокетничать, глазки в пол, а лету сумочку тебе леду. Хочу к мужчине в объятия броситься, а мешают очки на переносице. И память стала низкого качества. Вот зачем легла к нему? Забыла начисто. Одно утешение со мной теперь всюду. Я хуже, чем была, но лучше, чем буду. Молоденькая девушка, не здесь выучила, в отличие от меня. В отличие от меня. Не, я никогда. Все, что Людмила Васильевна сказала, все правда. Было правдиво в прошлом столетии. Да. Но не сейчас, в мой 16-летие. Йога, подруги, овощи, фрукты, бизнес, мой внук и море продукты. Радует жизнь и молодею. Нынче с подругами, вот я балдею. Thank you.